Еще крутит, никаких там петель, он кипельщик хороший. Ага. Кипельщики нету, как все эти там? Не, нету, не, нету. А ну, это обязательно? Я, в принципе, не могу. Надо. Ну ладно, окей. Шапочку надо. Блин, ну тут прям, ну, как кабина истребителя. А высота, скорость, а вот это что такое? Вариометр, указатель вертикальной скорости, то есть метров в секунду, как мы набираем или опускаемся. А вот это горизонтальная скорость, да? Нет, это тоже сам такой же, только более крупный. Понял. Понял. Это ты ничего даже не смотри. И компас, да, посередине? Да. Не, мне просто интересно, поэтому я... Нет, тебя зовут как? Иван, а вас? Валерий. Очень приятно. Блин, ну это очень круто. Наша задача — получить удовольствие, посмотреть вокруг, как прекрасна наша земля сверху, что там видно, что не видно, и какие вообще общие впечатления и красоты. Не более того. Я понял. Так, ребят, ну как? Гриш, ты что ли, что видишь? Ай-яй. Придержи крылышко немножко, придержи. Я в этой кепке представил, что смотрелся. Не, я ее не видел, но я чувствую, там такая люксовая панама. Панама old school. Панама из Новой Зеландии. Ну нифига себе. Город аэродром Амаран. 3238, а это ваша? Ну, ваша добыча? Да. 3238, можно информацию. Подожди! Запустите! Закроем фонарь, потом будешь закрывать! Эстраль будет через 2 минуты. Ну, приезжайте по Минус Север, Принял, у меня на экране полет на сегодня, а вон? Нет. Я еще не на 31 отсчет произвел. Так! Да нет! Вы бы сказали, я бы толкнул, я просто не понял. Ага. Смотри, не, закрой, закрывать не надо, как вот. За тебя заднюю часть форточки. Посадка. Назад. А, вот так. У тебя впереди пипочка, видишь, серебряная? Да. Это форточка впереди. Вот вытащи ее на себя. Все, она закрыта. После взлета откроешь ее, она тебе будет
подбывать, будешь смотреть, как тебе красиво, некрасиво. Ну вот так. Все, понял. Ты будешь там решишь. Понял. А вот эта ниточка, это ветер, да, на направлении? Это не ветер, да, это не обращай внимание. Окей. Потом расскажу. Окей, окей. 22, глубина выбрана зону 800, готов. 812 годов готов. 712 мегаватт. Понял, так оно. Понял. 712 ждет.
что смотри просто по сторонам, не надо ничего рулить. Ага. Не до этого тебе, наверное, сейчас. Да не, я бы с удовольствием немножко порулил. Ну, немножко порулил, бери ручку. Так, взял. Ножки на педали. Ножки на педали. Так, теперь смотри, ручечку от себя отдаешь, ты чуть-чуть так, вперед. Видел? Блин, круто! Так. То есть надо прям... Ручку на себя. То есть надо прям очень нежно, прям, да? Нет, ну, тише на. Да, 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 вау, блин! Понимаешь? Ручку влево. Так, влево, так. Крики, давай, давай, давай. Видишь, он начал крениться, да, 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 да. Теперь давай то же самое, ручку вправо. Так, я вроде тяну аккуратно, так. Вот, видишь, он накренился, начал разворачиваться. Ага. Теперь то же самое, вот мы горизонтально летим, все. Теперь педальками, левую педальку нажимай. Так. Нажимай, нажимай. Так. А, вот крен пошел, да, влево? Крен, он прям нос повел влево за педальки, да? Ага. Его поставил нейтрально обратно. Так. И то же самое правую сделал. Так. Нажимай правую. А, она так туго. Не бойся, не бойся. Так. Страшно. Быстрее. Окей. Вот так, да? У, вот. Блин. Для того, чтобы разворачиваться правильно, чтобы летать, надо так называемые координированные одновременные ручки и ножки. Так. Давай немножко крен влево. А, ногой или рукой? Рукой, рукой. Так. Да, по чуть-чуть левую. Чуть-чуть. Теперь крен зафиксировали, и вот мы крутимся по горизонту, чтобы у нас горизонт просто крутился перед глазами, как вот как картинка слева. Ага. Плавно, не нырял вверх, не нырял вниз. Вот мы так вот. Какие мы грузимся? Вот мы сейчас развернемся на 180 градусов. Развернись. Ну все. Вот, вот примерно это так управление. Мы летаем здесь не очень долго с тобой. Ага. Поэтому особенно я тебе слово давать не буду. Что, значит, направо посмотришь, то увидишь каждый аэропорт. Да, 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 вижу. Вот там мы взлетим. Ну давай еще. Налево развернись на 180 градусов. Давай. Лево. Педалька. Ну, так больше не надо, вот так вот, 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 мы так летим, прекрасно, завтра можно лететь по Берлин, или держать эксперимент. Ну, вроде ничего сложного, да, только нужно очень аккуратно. Ну, дело не в том, если по самой простой, что надо летать, садиться, это все не такие. Вот так середина, город, это вот у нас. Солнечногор, вот там слева это Киев. Вот слева по 45, слева. Да. Слева. А, слева, да. Слева, вот там, это да. Киев. Ага. У меня просто от переизбытка эмоций где-то, слева, право. Да ладно. Ты первый, последний. А скорость он показывает у нас вот этот... Вот сейчас 90 км в час. Ага. Понял. Но для данного планера это наивыгоднейшая скорость, при которой он меньше всего снижается. Угу. А высота он показывает где-то метров 500, да? 500, ну 450. Давайте покажу точку восточнее, следуй с севера по горному на юг. Просто смотрим. Окей. А если я ее приоткрою, не сильно будет дуть? Открой, открой, как хочешь. Делай, как ты думаешь. Так, так, так. Вот слева, видишь, аэропоезд летит. Слева, лево, лево, да, лево да. Внизу впереди. Внизу ага. Взлетает аэропоезд. Планер вместе с самолетом. Видишь, сколько? Да, 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 видно. Yeah.
Вот впереди на деревне, что мы сейчас перелетаем аэродром, летим на съезд. Вот мы его впереди, у нас деревня Щёсная. Прям под нами, да? Да, вот справа. Справа под нами. Что? Это там последний? На посадку, да, идем? Вот здесь планер летит впереди, да, вот там не так, мы здесь быстрые. Ну то есть он тоже стоит. Да, вот планер как бы не сесть невозможно. По-любому он должен достичь земли. У него другого выхода нет. Ну, понятно, то есть он на второй круг не уйдет, не да? Не уйдет, нечем посадить. 22-й на 3-й планер. Да, жаль, немного полетали. Ну, в принципе, мы практически выбрали время. Ну да, да, да. Thank you.